Всем привет! Хотел бы рассказать и немножко показать про такую вот игру. Называется Talos Principle. Конкретно хочу, сейчас вот вы видите тут, я вот выбрал такой момент, где куча фотографий кошек можно разных смотреть. Вот, и под это я хочу рассказать об игре. Вот, игра на самом деле не про то. Просто это такой милый, очень классный момент, вот, и я бы хотел его использовать для рассказа. Вот, в общем, вы, кто знает видеоигры, вы знаете игру наверняка «Серьезный Сэм». «Serious Sam», вот, ну, очень знаменитая игра во всем мире, по-моему, вот. Но «Серьезный Сэм» — это игра-шутер, где постоянно бегаешь, там, монстров убиваешь, ну, в общем, хрень. О, да, я, то есть нет, неправильно меня не поймите, нет. Serious Sam очень классная игра. Но в этой игре ты делаешь то же самое, что делают люди во всех практически играх. Постоянно бегаешь, стреляешь, там убиваешь кого-то. Ну, в общем, такое вот, да? Вот. На самом деле это достаточно скучно и достаточно грустно, то, что большинство видеоигр только такие. Бегаешь, стреляешь, а обязательно какая-то война, кто-то кого-то убивает, кто-то в кого-то стреляет, вот. На самом деле, мне кажется, этого слишком много в видеоиграх, уж слишком много, вот. Хоть это понятно, что это насилие, ну, не настоящее, это графическое, да, но все равно. Мне кажется, то, что очень много такого, вот. А вообще в играх. Но Talos Principle — это от тех же разработчиков, которые создали Серьезного Сэма, но это совершенно другая игра. В отличие от Серьезного Сэма и в отличие от большинства видеоигр, в Talos Principle не надо никого убивать, ни в кого стрелять, никого войны нету, тут ничего такого нету. Эта игра очень спокойная, очень, прям вот полная противоположность. И Talos Principle, сейчас вот я вот, вы видите вторую часть, значит, эта игра в первую очередь как головоломка. То есть практически все, что ты делаешь на протяжении игры, это ты решаешь разные головоломки. У тебя, то есть, ну, также вид от первого лица. Вместо оружия у тебя в руках разные предметы, которые используются в решении головоломок. Вместо того, чтобы стрелять в кого-то или там какую-то такую вот делать фигню, да, ты ходишь и исследуешь мир. И решаешь головоломки. Разные кусочки, разные предметы. В общем, это все очень интересно. Потрясающе просто. Вот я считаю, что Talos Principle — это просто шедевр. Мало того, что игра интересная, ну, тем, кто не любит головоломки, пазлы, тем, наверное, оно особо не зайдет, да? Но на самом деле игра очень уникальная, очень интересная. И дизайн уровень красивый, уникальный. Ну вот сейчас тут моменты с кошками уже, что ли, закончились? Просто особо ничего спойлерить на видео не хочу, поэтому давайте я вам чисто кошек буду тут вот этих опять показывать, да. В общем, ну, Talos Principle, если вам не нравятся игры-головоломки, то вам, наверное, не зайдет. Но я сам особо не любитель игр-головоломок, потому что я тупой на самом деле. И я не люблю на одном и том же месте застревать долго. Но вот в играх-головоломках я часто топчусь на одном месте. Например, вот Talos Principle я играл сам, но я недалеко дошел. Потому что я часто на какой-то головоломке долго очень застреваю, а я не люблю долго застревать на одном месте. Вот. Поэтому это как бы... Я не люблю сам играть в такое, потому что я очень долго туплю. Вот. Поэтому, может быть, вам тоже не зайдет. Поэтому я смотрел в основном летсплеи. Но Talos Principle, он не только... Почему эта игра мне очень нравится? Потому что там очень интересные места, в которых действие происходит. Особенно вторая часть, это просто шедевр. Вы не представляете, насколько красивая, интересная, разнообразная... Так, тут опять кошек. Ну, в общем, ладно, я вам кошек вот пока показал тут. Вот, ну, если кто смотрит это видео. Вот. Насколько тут, особенно вот во второй части, очень интересный дизайн уровней. Очень интересные места, где происходит. То есть те люди, которые создавали особенно вот вторую часть Talos Principle, они реально, мне кажется, они просто талантище, просто нереальные. Ну, чуть-чуть, ну, как это обычно, YouTube глючит сейчас. Это просто видео не мое, потому что у меня игры нету.
Потому что я вот у меня только первая часть есть. Вот. А второй части у меня нет, я не покупал, я только летсплей смотрел. Почему я не покупал? Потому что, опять же, я сам не люблю в такое играть. Я очень долго топчусь на одном месте, головоломку одну не могу решить по 100 часов, вот. Поэтому я смотрю летсплей, поэтому я сейчас на видео вам показываю не свое видео, а другое. Ну, тут особо нет никаких моментов, тут никаких спойлеров нету, да, ничего. Поэтому я думаю, ничего страшного будет, что я это видео покажу, вот. Просто я что хочу сказать, то что кроме того, что ты решаешь головоломки, ты ходишь по очень красивым, необычным, интересным местам. Особенно вторая часть Talos Principle. Какие там потрясающие, красивые места. Это все сделано вручную людьми. Нарисовано. Сделано как вот компьютерная графика. Вручную людьми сделано. Какие красивые места. Локации, пейзажи. Просто шедевр во второй части. Ну, в первой тоже, но особенно во второй части, вот. То есть мало того, что ты решаешь головоломки, но ты еще путешествуешь по интересным местам. Общаешься с разными, ну, так называемыми людьми, ну, в общем, обитателями этого мира. И общение происходит очень интересное. Вот в первой части тема достаточно мало раскрывается, но во второй части прям очень много общения, очень много текстов, и надо читать и общаться. Темы, которые двигаются, ну, которые поднимаются в первом Talos Principle и во втором, они очень интересные, философские, как раз такие темы, которые я очень люблю. Про создание. Как мы созданы, как человек создан, наша жизнь, что такое наше существование. Как мы существуем, для чего мы существуем, что такое наш мозг. А мы машины. Мы натуральные или мы машины? А что такое Вселенная, где мы живем? Настоящая ли она или это как машина? Вот, то есть вот такие вот очень интересные темы поднимаются и в первой части, вот, и особенно во второй. Это просто вот очень интересно. То есть, кроме решений головоломок, ты также читаешь разные текста, общаешься с разными людьми, и темы затрагиваются очень интересные. Вот, что такое наш мозг, что такое наше существование, а что такое мир, где мы живем, вот эта вселенная. Вот, то есть, вот очень интересные темы поднимаются. То есть, вот, Talos Principle, первая часть, это как, можно сказать, если сравнивать первый Talos Principle и второй, то первая игра, это можно сказать, как демо-версия, как превью, а вторая часть, это уже полноценная игра. Вот, потому что вторая часть, она намного интереснее, намного эпичнее, намного длиннее, намного глобальнее, вот, чем первая часть. То есть первая часть это тоже хорошая игра, она тоже достаточно длинная, там тоже очень много всего, но вторая часть это прям, ну не знаю, ну просто идеал, ну, шедевр, ну не знаю, мне очень нравится, поэтому если кто любит спокойную такую игру на исследовании мира, на обсуждение нашего существования, там, на всякие вот такие вот темы, да, кто мы, наше создание, наш мозг, там, вселенная, мир, все такое, вот. И кто любит спокойное такое исследование мира, решение головоломок, думать, где надо, вот. Очень много надо думать, очень много надо соображать, анализировать, философствовать. Очень много надо, особенно думать, да, раздумывать и над головоломками, и над сюжетом игры, и над всем этим, вот. Особенно над головоломками. Вы проведете из 100% времени где-то 70% на решение головоломок, а 20% на исследование мира. Ну, я примерно сложно сказать. Ну, в общем, ну, смотря как вы будете играть, вы можете просто бегать по местам, от одной головоломки к другой, и особо мир не исследовать. А можете ходить, это зависит от того, как вы играть будете. Можете тексты читать или пропускать. Можете в диалоге с персонажами вникать, а можете просто проматывать и пропускать, смотря как вы будете играть. Но, и опять же, первая часть, она достаточно короткая, там мало уровней, мало переговоров, но во второй части очень много. Офигенное количество уровней, очень много головоломок, очень много переговоров и текстов и всего. Вот. Ну, так что, но большинство вы будете в этих играх вы большинство времени будете проводить именно решать головоломки. Какой, какой, как,
какой кусочек куда поставить, какой предмет что выполняет, какую функцию, как его где использовать. Вот, очень много разных элементов, и они вместе сочетаются. Вот, у каждого есть своя функция. То есть это на самом деле это очень интересно, вот эту вот тему, вот эту систему, которую придумали разработчики, она очень интересная, великолепная. Вот. И в первой части я говорю маленькое количество этого всего, но вторая, например, даже проще говоря, вам, если так примерно сказать, ну, например, первая часть, она, например, весит, ну, например, 5 гигабайт всего. 5 гигабайт. А вторая 75. Охренеть, да? Это вот сразу вам вот как вот пример 5 гигабайт и 75. Насколько больше вторая часть эпичнее и интереснее. Вот, чем вот. Так что если вы, может быть, вы слышали об этой игре или сами играли в Talos Principle первую часть, если вам понравилось, обязательно поиграйте во вторую часть, обязательно. Или если вы такие дебилы, как я, которые не могут, не любят решать головоломки, да, не могут сообразить там что-то, тогда посмотрите летсплеи там или прохождение, вот. Ну что, это очень интересно. Особенно я вот очень люблю дизайн во всех играх, в которые я играю. Для меня в первую очередь важен дизайн, помещение, локации, места, где происходит игра. И в Talos Principle во второй части эти места просто потрясающие. Вот. Единственный минус, то, что я могу сказать, то, что нету времени суток. Хотя, может быть, они выпускают, разработчики, они обновления выпускают, что-то добавляют новое. Может быть, они и сделали это, а может быть, нет. Но вот единственное, что я бы сказал, вот, по крайней мере, на тот момент, на который знаю я, да, тут нет времени суток. То есть все только в одно. То есть время суток, оно меняется по прогрессу игры. То есть сначала день, потом становится темнее, выходит солнце. Вот, то есть по прогрессу игры. Но ночи, по-моему, нету вообще вот во второй части. В первой части есть ночь, но на какой-то маленький момент. В основном там только день. Во второй части, по-моему, тоже есть ночь, но тоже на какой-то маленький момент. В основном только день. То есть единственный минус, что я бы хотел сказать, это все происходит в основном днем. Бывает закат, бывает восход, но ночи практически нет. Вот в основном только день. Вот. Почему это для меня минус? Потому что такие красивые места, особенно во второй части, просто шедевральные. Какой дизайн, какой арт, какая просто вот. И только в одном цвете только, да? Как же красиво это бы все выглядело ночью, это представить просто невозможно. Я вот в основном сам по себе, я люблю ночь всегда. И в нашей жизни, и в видеоиграх всегда люблю ночь. Вот. И я люблю, когда есть выбор, менять. Например, вот я люблю старые игры Need for Speed, кататься в классические, где есть выбор, день или ночь. Или еще погода. Вот, погода тоже. Дождь или снег, нам выбирать, где можно, да? Вот. Но очень мало игр, которые предлагают тебе выбрать самому погодные условия или ночь, или день. Вот. И в Talos Principle нету такого, нету выбора. В основном все только днем происходит. Вот это вот я бы сказал минус. А вы представляете, а как было бы красиво походить, погулять по тем местам, особенно во второй части, которые погулять в дождь, или в снег, чтобы дождь шел, или снег шел, или ночь, чтобы была. Вот, ну вот, к сожалению, вот разработчики такого не сделали. Но тем не менее, они создали очень интересный, уникальный мир, что в первой части, что особенно во второй. Очень интересный сюжет, очень интересный процесс игры. Вот, потрясающе. Вот, так что обязательно вот, Talos Principle это для всех, опять же. Может быть, вы любите, как вот я тоже люблю шутер поиграть, например, Overwatch, там, да, пострелушки, похренушки, всякие такие вот. Но иногда хочется от этого отдохнуть. Правильно? Отдохнуть, расслабиться, вот. И вот Talos Principle, хотя там головоломки заставляют тебя думать, особо там не отдохнешь. Но не обязательно все время решать головоломки, ходить. Можно. Не можешь решить какую-то головоломку, оставить ее. Походить просто по миру, поисследовать мир, посмотреть на красивые пейзажи, вот. То есть просто как расслабиться можно, вот.
Ну уж тем более, если вам не нравятся шутеры, да, всякие там пострелушки, то тем более Talos Principle это может вам зайти, потому что игра спокойная. Абсолютно никого не надо убивать, никакого насилия нету абсолютно вообще. Только одно спокойствие. Чил, как бы, как будто ты в раю, да. Спокойствие, вот. И наслаждение, вот. Ну, в общем, такой вот я вот вам рассказал. Так что вот, надеюсь, будет третья часть Talos Principle. Вот, потому что вторая часть, хоть она очень длинная, я по ней летсплей, она очень длинная игра. Ну, не знаю, часов на 30, наверное. Вот. И я по ней уже несколько раз посмотрел летсплей, потому что от разных людей, абсолютно от разных людей, потому что каждый человек играет по-разному. Вот. Каждый человек дает свои комментарии, свое обсуждение по-разному. Кто-то читает, кто-то не читает, кто-то быстро головоломку решает, кто-то долго. Вот, у кого-то один взгляд, у кого-то другой. Понимаете, у всех людей разное мнение. Вот. То есть я с удовольствием, если кто-то будет играть в Talos Principle, если кому-то действительно эта тема интересна, кто действительно будет вникать в нее, интересоваться и делать прохождение, пожалуйста, обязательно, особенно вторую часть. Особенно вторую часть. Пожалуйста, обязательно под этим видео оставляйте ссылки на плейлисты, на летсплеи, на прохождение. Я с удовольствием буду смотреть, потому что мне очень интересно, как люди думают, анализируют сюжет, там вот это всю головоломки, как они решают, как они ходят по миру, смотрят. Мне вот это все очень интересно, потому что, опять же, головоломки в этой игре бывают очень сложные. И интересно, как люди подходят к их решению. Как чего? Что, понимаете? Поэтому с удовольствием я вот... Вы оставляете ссылки там, если кто-то сам знает, или кто-то видел какие-то летсплеи, вот, прохождение. Я вот с удовольствием буду смотреть, потому что я вот очень люблю эту игру, и она такая уникальная, очень интересная, и мне очень интересно было бы посмотреть, вот, от тех людей, которым действительно это интересно, вот, которые не просто так играют там, чтобы поиграть, а которым действительно, как мне, это очень все интересно и захватывает вот это все, вот. Вот такое вот видео получилось. Так что Talos Principle — это просто потрясающая игра. Вот. Ну и опять же, да, Серьезный Сэм — это тоже хорошая игра, очень-очень. Просто там вот, понимаете, то есть там один и тот же шутер. Постоянно бегать, там стрелять. Хотя там тоже есть секреты, головоломки. То есть не головоломки в Серьезном Сэме есть, а тоже есть в каком-то смысле там исследование мира. Вот в Talos Principle там практически секретов нету. Да. Никаких секретов практически нету. Ну, можно по пальцам посчитать. Вот. А в Серьезном Сэме, хоть там и шутер однообразный, да? Ну, я так считаю, потому что, ну, на самом деле, быстро надоедает бегать и стрелять постоянно. Вот. Но в Серьезном Сэме там интересно находить секреты, находить какие-то потаенные ходы, секретные комнаты, секретные предметы. Очень интересно. Вот. Такое вот. Вот. Мне вот очень нравится Серьезный Сэм, вторая часть. Потому что вторая часть там не просто шутер, а там очень прикольный юмор. Вот. Я просто ржу, я сам люблю поиграть и тоже летсплеи посмотреть. Вот Серьезный Сэм, вторую часть. Я просто ржу, там прикольный очень юмор, прикольные моменты, вот. Но действительно, просто хочу сказать, что мне действительно вот такие вот игры от первого лица, я даже в Overwatch играю редко, я часто делаю перерывы, потому что мне вот, мне надоедает просто, когда вот просто шутер, постоянная стрельба, стрелять там, убивать, вот. И то, что много очень игр таких одинаковых, это на самом деле как-то, ну не знаю, не очень-то и приятно. Особенно я вот не люблю войну, какую-то стрельбу там, на самом деле это очень, вот. Ну, Overwatch это как бы такая вот графическая игра, там как бы графика, да, все такое. Вот. А такие вот шутеры, как там Call of Duty, там или такой, я это никогда не любил. Это мне очень противно. Это чисто какая-то вот война, ну, хрень какая-то, не знаю, вот. Поэтому, ну, просто я вот считаю то, что в видеоиграх мало разнообразия. Очень много шутеров, очень много копипаста, вот. А таких вот уникальных игр, как Talos Principle, их очень мало. Хотелось бы, чтобы такого было побольше. И чтобы больше было людей,
которым интересно такое. Потому что, опять же, большинство людей не интересно, большинство людей не понимают такого. Вот, хотелось бы, чтобы больше людей знало об этом и понимало это, и интересовалось именно такими шедеврами, как Талос Принципл. Вот. Потому что это действительно очень уникальная вещь. Ну вот, такое вот видео получилось. Так что, опять же, если что-то, какие-то там будут, знаете, летсплей, видео, кто-то сам будет играть там. Или если кто-то скажет: «Толян, я по твоему видео стал играть в Talos Principle, и мне очень понравилось, я очень с удовольствием и решаю, и прохожу. Вот тебе мое видео, посмотри». Если кто-то, если благодаря моему видео заинтересуется этими играми, особенно вторая часть Talos Principle, если кто-то благодаря моему сообщению, да, заинтересуется, сам станет увлекаться этим, то я буду очень рад, что я кому-то помог узнать об этом шедевре и самому ему увлечься. Я очень буду рад, если кто-то благодаря мне заинтересуется этим. Ну что, действительно, таких игр очень мало. Такие игры на вес золота, как Talos Principle. Вот. Ну, в общем, вот. Такое вот у нас получилось видео. Всем всего хорошего. Всем счастливо. Всем всего доброго, уникального и интересного, и разнообразного, эпичного, и мелодичного. Кстати, насчет мелодии, все, в самом конце скажу. В Talos Principle очень красивый саундтрек, очень красивая, спокойная музыка, расслабляющая, релаксающая. Очень красивый саундтрек в Talos Principle. Очень хорошие мелодии, спокойные. Вот. Всем всего мелодичного и хорошего.